Приветствую, друзья. Продолжаем выживать в Икаре. Так, давайте поспим. Проснемся. Красота. Мы еще можем сделать? Нет, по-моему, не можем. Так. Титан. Титан нужен. Нужен титан. Что же, давайте посмотрим, что у нас тут есть. А, у нас есть еще... Сера. Давайте ее пока закинем сюда. Так. Только одну модификацию можно, да? Угу. Угу. Хороший отдых плюс 50%. Ну ладно. Хорошая штука, хорошая. А, давайте в туз бегаем. Волк. Извини, волк. Так, бежим. Кремний увидите, орите. Нет, не кремний. Я все равно не услышу. А вот тут кремний, по-моему. До. Так, истаторы. Целых 5 кадров потеряли. Ужас. Так, так. Хорошо. А этот тоже возьмем. Годится. Отлично. Стоит взять, не стоит? Как думаете? Давайте подойдем чуть-чуть. И, наверное, выкинем шкуры. Так, отлично. Все есть. Угу. Я пытаюсь... Там где-то. Мишка, ты где? Какая красота, да? Посмотрите просто. Офигеть. Ну, RTX рулит. Что я могу сказать? Ладно, Мишку мы услышали, и он пропал сразу же. Боится, наверное. Так, ну поехали. Да ты задостал. Помевшая вообще в конец. Привет. Отдай. Тихо. Инстаторы, конечно. Почему это было? Отдай. Все. Да. Давай платину заберем. Так, алюминий. Ну, есть. Платина, алюминий, что-нибудь тут еще есть такое?
из ряда вон, так сказать. Блин, вот именно в этом месте происходит статор. Так, еще оленей. Ну, давай заберем. Все, алюминий же легкий. Надеюсь, в игре это учли. Так, титан. Есть рок-н-ролл, ачивка. Собрали все виды руды. Так, титан, эй. Заберем. Чё, все? Ну, все так все. Пошли до дома. Угу. Обратите внимание, что живность стала как-то поменьше. Так, давайте оксид возьмем с собой. Время опять наполнить наш баллон кислородный. Канистру, цистерну. Так, есть. Оп. Ну чё? Волк. Сейчас мы с тобой разберемся. Еще одна будет голова. Угу. Так, у нас уже места нет, отлично. Бежим. Так, 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 так. Во-первых, скинем бошку волка. Так, хорошо. Мясо. Закинем, пусть мясо готовится. Вот тут надо подъесть, чтобы не испортилось. Ну и что же, закидываем сюда алюминий, платину и титан. Пусть работает, делает. Так, хорошо. С этим мы разобрались. А, дерево надо, да, оксидницу заполнить. Вот так. Давайте-ка баллон сюда. Сюда. Пульс заряжается. О, я тебя слышу. Так, кремний сюда. Ты ее отстань ты. Так, для чего нам нужно было? Верстак для готовки. Лампа на биотопливе. Алюминий, стекло. Так, ну нам нужно ферментор сделать. И туда нужно у нас получается еще 9 бетона. Ну давай сделаем 9 бетона. Пусть сделает. Так, медведь, я тебя слышал. Так, олень, медведя не вижу. Фигня, фигня. Это слишком просто. Так. Почему медведи исчезли? Ты их только слышишь на отдалении, и все.
Нет, медведя. Может, прицеливаться даже не надо. Печально. Что я могу сказать? Не остро необходим медведь. Угу. Ну ладно. Давайте продолжим. Почему мне показалось, что чуть мимо трупа пробегал? Это камни эти несчастные. Оу! Я промазал. Ну ладно. Так, ты заполнилась? Ты заполнилась. Баллон это. Так, хорошо. Ты доделала. Ты доделала. Закидываем сюда. И понимаем, что нам не хватает железных слитков. Сейчас мы их докинем. Все, можем сделать ферментер. Отлично. Так. Куда мы его поставим? Мы его поставим сюда. Угу. Нам всякую гадость, включая древесный сок, перерабатывает в топливо. То есть надо скидывать гадость. Угу. Окей. Гадость у нас есть тут. Хорошо. Интересно, он какое мясо перерабатывает? Давайте узнаем. Где-то вот-то. Да, жареное он тоже перерабатывает. Отлично. Нет, хорошее мясо не будем давать ему. Гадость саму. Так. Ну, теперь есть универсальный мусорник у нас. Если здесь какая-то гадость. Здесь есть золото, кстати. Угу. Ну ты что-то вообще. Волк. Угу. Оу. Пора собирать урожай, кстати. 6. Ну да. 5. Отлично, по-моему. Но мы явно не соберем, сколько нужно. Эй. 5. А может соберем? Блин, считать. Так, надо как-то вот так. Автоматизируем процесс. Так, сколько их там? Эй. Так, хорошо. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 100. 69. Хватит? Вы шутите, да? That's it. You got everything. That wasn't so hard, was it? Красота. You got a little time left. So head back to the dropship when you're ready. В смысле little time? У меня тут времени до одного места, извините. Little time. Не little time. У меня еще 14 дней есть. Другое дело, что здесь больше делать нечего. Так, да, все заберем. А заберем мы все по какой причине? Потому что у нас есть ферментер. И мы сейчас туда скинем мясо.
А тыкву нельзя, да? Жаль. Так, голову вниз. Голову суды. А нам надо древесный сок опять сделать. Можем пока забрать эту сотенку. Оттащить сюда. Так, как там мой алюмишка? Алюмишка есть, стекло есть, отлично. Алюминий, стекло, мы можем сделать фонарь наконец-таки. Так, скидываем его сюда. И, насколько помню, фонарь надо было сюда поставить. Да, и он будет заправляться. Красота. Красота просто. Так, хорошо, это мы освоили. Лампа на биотопливе. Канистра с скользящим затвором мы сделали. Экстрактор на биотопливе. Но мы не видели нигде жил, поскольку нам это еще не открыто. Радар. Шанс привлечь животных плюс 10%. Угу. Фабрикатор. Ну, до фабрикатора нам углеволокно и так далее. Не все так просто. Да? Так, подождите, это что у нас было? Улучшенный текстильный верстак. Давайте попробуем. Закинем опять сюда. Сделаем улучшенный текстильный верстак. Надо же это опробовать технологию, так сказать, под конец миссии. Ставим. Ну и чем ты можешь меня порадовать? Кожаный рюкзак. Платиновая ткань. Ну да, остальных рецептов мы не открыли. Ту-ту-ту. Так, теперь, что касается этой вещи. Что там надо было? Платину, титан. Где там улучшенный прицел был? Насадка на узкий ствол. Вот. Слиток титана, две штучки. Слиток титана. У нас пока платина в обработке. Пусть титан будет первее. Так, давай платина, хоп. Титан, давай, титан. Ну давай. Во, отлично. Пусть делается титан. И почему нет ни одного медведя? Это прямо... Слышь ты, серый? Пойдем от таксидерма на него. Угу. Ну, голову заберем. А, ну можно остальное забрать, в принципе. Все. Мясо мы уже знаем, куда скинем. Можно, кстати, забрать тут это остальное мясо. Вот это все. Пусть там бродит. Так. Продолжать заправлять, кстати. Свежачок тоже. Угу. Так, до туда дойти. Я вижу животных, но не вижу нигде. А, медведя. А мне медведь нужен. Нужно тестировать. Так, титан в процессе. Так. У меня тут мелочь всякая. Потом можно будет попробовать с приручением и так далее, но я думаю, это уже будет не на этой миссии, а то она у нас и так достаточно долго. Так, есть два титана, отлично. Ставим два титана. А, и делаем вот эту штуку. Угу, прицел типа. Я надеюсь, это та винтовка. Так, хорошо. Берем его. Почему я там оказался?
Берем его. Берем его. Да. Урон, нанесенный в защищенной точке, плюс 25%. Лечение при прицеливании плюс 30%. Критический урон плюс 25%. Ну, отлично. Сейчас посмотрим, что это. Давайте тыковку подъедим. А хотя тыковку можно это поджарить. Пусть поджарим. Поджарим тыкву, действительно. Пусть жарится. Ща. Закончил? Закончил. Отлично. Так, ну где моя супер винтовочка? Где цель? Цель пошла. Ну, дорогой мой. Просто и незамысловато. Угу. Что, теперь медведя надо искать? Какой ужас. Лампа. Лампа полная. Это радует. Ставим, включаем. Но, смотрите как. Отлично. Теперь надо еще ночи дождаться. Нефиг на мои трупы нападать. Еще один. Че обнаглели. Но. Че вы хотели сказать? Ладно, пойдем медведя поищем. Серьезно. Медведь. Так, винтовки где-то на 20 выстрелов хватает, как я понимаю, потом она портится. Так, тут раньше медведь был. Черт, это олень. О, тихо, я тебя слышу. Это ты? Да. Гася. Как я промазал первый раз, а? Ну вот. Медведя сделали. Так. Да, все забираем. Ну, то есть, как бы, она, в принципе, с одного выстрела делает все. Так, хорошо. Медведь — это хорошо. А с тобой я могу что-то сделать? Не, не могу. То есть только с бизоном и с этим мо. Бизончик вон ходит. Так, а что нам нужно для кормушки? Скажите. Мишень, манекен. Кормушка. Радиостанция ближнего радиуса действия. Интерфейс орбитального. А зачем радиостанция нужна вообще? Крепленный деревянный ферментер, фигня. Или вариант, что-то у меня не изучено. Ну-ка. Давайте-ка проверим. Я, во-первых, это не изучено. Только одно очко доступно, кстати. Так что, наверное, все-таки не в этой серии. Кормушка, да, не изучена. И седло. Кормушка, седло. Лежанка еще нужна.
что-то как-то дофига. Отпугиватель. А, вот что появилось. Понятно. Плохо защищает. Ну, поэтому мне он не нужен. Вообще тут много чего, да? Вон тут еще вариантов. Деревянная повозка для бизона. Ага. Конечно, караваном ходить. Угу. Сейчас. Сейчас. Угу. Это волк ушел. Так, посмотрим. Медведь 15%. Что-то поменялось сразу. Волк 15%. Олень 15%. Кабан 4%. Ну, такое. Такое себе. Угу. Следующий у нас Creature Traits появится уже. Угу. Первые какие-то. А это будет 40%, типа то, что они тебя меньше замечать будут. Угу. Ну и что тут? А с тобой, типа, можно... Ну да. Можно приручить, типа. Угу. Ну ладно. Да. Что я могу сказать? Надо двигаться. Правда, уже поздновато. Но с другой стороны, почему бы и нет? Все ли мы? Кажись, все. Все, что хотели. Единственное, что, наверное, надо было бы починить, но для этого нужна сталь. Сейчас будет сталь. Пожалуйста, сталь. Ну, пожалуйста, почини. Спасибо. Так, таланты. У нас стандартные таланты открылись. Так, зачем я сюда пошел? Только ради чертежа, да? Так, вот это, да, исходящая угроза и скрытность, это важный перк. Износ ножей при свежевании, тоже важный перк. А, двигатель быстрее, когда несете тушу животного. Но веревки из кожи тоже важная штука, поскольку... Пустыня. Но до нее, думаю, дойдем. Так, больше камня и так далее. Это все такое. Садовод мы смогли без него. Как бы прожить, что хорошо, достаточно. Так, смотрим дальше. Cheaper fishing rock, nature only. Size of capture when fishing. Ну нет, это не то все. А, увеличение радиуса добычи при использовании кирки. Интересно, в принципе. Создание кирок обходится дешевле. Удешевление каменных строений. Это тоже. Бетон. Что значит, что создание бетонных строительных элементов обходится дешевле? Нет, это не то. Это все не то. Так, секунду. Так, хорошо. Больше места в создаваемых развернутых предметах для хранения. Угу, я понял. Это про рюкзаки тема. Так, наверное, про рюкзаки тема. Ремонт. Пожарный. Скоростное тушение. Пора заколачивать. Ну, забавно. Бой. Так. Экономия на винтовке. Более дешевых винтовочных патронов. Это хорошо. Вес огнестрелки. Ускоренная перезарядка.
это прям такие модификации, которые тоже, в принципе, неплохие. Но все равно у тебя основное оружие остается лук. То есть надо качать лук. Создание лука входится дешевле. Замедление. Давай создание луков. Что это у нас? Уменьшение расхода вновь при натягивании тетивы. Как бы здесь мы открыли. Стрелы могут обездвижить цель. Ну, тоже неплохо. Но давайте, чем больше, тем дешевле. Вот. И мы уже как бы здесь, но здесь, здесь все плохо. Охотничья винтовка. Но это нужен фабрикатор, а фабрикатор это паста. А паста это все тяжело. Обождите. Дальнобойный набор. Набор насадок. Хочу узнать, что это. Так, вот оно появилось. Насадка ближнего боя. Урон в ближнем бою. Скорость так ближнего боя. Выход мяса животных плюс 20 к ножу, смотрите. Дополнительное редкое мясо. Разделки туш. Выход костей плюс. Так, это хорошо. Добыча кожи. Добыча золота плюс 25%. Угу. Это на кирку. Добытчик меди, добытчик платины. Интересно. Скорость ремонта. Это что у нас? Сбор урожая. Добыча титана. Так, ну это гибкая рукоять, узкий ствол. Это все уже пройдено. Добытчик меди. Да, смотрите-ка. Интересненько как. Интересно, так. Не. По рыбе бесполезно просто. Ну что я могу сказать? 15.44. Пусть темнеет. Что остается нам? Дождемся. Смысла. Меня так не устраивает. А этот, да. А тот что? Он завис или это? Что это? Нет. Он же есть. Ага, готов. Готов. Да. О, гадкая рыба. Готово. Угу. Ну ладно. Так, что у нас там с... можем сделать, кстати, рекурсивный лук. Давайте сделаем сравним. Так, есть. Фига себе. Вообще не дурно на самом деле. Вон волк. Не попал. Точнее, попал, но не достал. Ну и где этот волк? А, вон тут. А, надо же присесть точно, забыл. Да что ж такое? Готов. Стрел мало осталось только.
Но скорость у него хорошая, так он волчонок. Есть. В ногу. Угу. Хорошо. Все, больше живности не видно. Так, тем временем темнеет. Я думаю, что до капсулы пойдем в темноте. Так, а платиновая ткань только одна, да, получается? О, у нас тут что-то уже подпортиться успело. Ферментор все закидываем. Угу. Серьезно? Непобеждаемая. Так, мы есть хотим. Я как-то даже не заметил. Что мы очень хотим есть. Так, а, надо голову скинуть, кстати. И надо, наверное, дерево нанести. Чтобы эти головы превратить во что-то. Еще голову медведя, кстати, надо. Вот так. Пойдем. Рубанем. Это что? Я думал, медведь. Фу ты, блин. Напугал. Если бы у меня сейчас пульсомер был закреплен, вы бы офигели. Конечно, как у меня скакануло сердце. Ну, видишь, тут дороги нет. Куда ты лезешь? Мог миновать? Ну ладно. Угу. Палки же тоже нужны будут. Так. Пойдем. Сделаем эти головы несчастные. Все-таки красивый у нас дом. Жаль, что ты все это делаешь напрасно. Так, сколько можем одного медведя? А волков сколько? Нисколько, судя по всему. Два. И, наверное, не хватает палок, да? Что нам не хватает для волка? Да, палок. Болят. Вот на палка 3. Волокон тьма просто. Ну что, пособираем. У меня на волокна сейчас план будет. Освобождаем землю, так сказать. Все, хватит. А тем временем 43 уровень. Угу. Так, создаем. И наш план по волокнам, пожалуйста. Пусть сделает. Где-то краем уха слышал медведя. Угу. Красота. Но больше его не слышу. Так, ну шо, идет процесс создания, капает экспа. Так, а может мы можем на этот лук что-то еще? Что мы можем на лук поставить? Шанс, что сломается, не. Так, нам палки нужны, кстати. Нам нужны палки для
Включаем свет. Красота. Для стрел нам нужны палки. Палка. Целых 3 палки. Прогресс. Кто там прилег? Непонятно. Зря только стрелы тратишь. Медь. Пока собираем палочки. Слишком яркий свет на самом деле. Что он, закат какой красивый. Был. Но все равно. Так, возвращаем. Сколько-то палок добыли? 16. Ну, 16 стрел нам должно хватить. Так, все, 16 стрел, веревки не нужны. 36 стрел должно хватить на самом деле. Что ж, время уже позднее, как мы хотели. Включаем свет и бежим. Ах, красота какая. Нифига не видно. Слишком яркий. Слишком яркий направленный. Что сказал? Кабан. Так, смотрим как... А, ну тут по прямой просто надо бежать и все. Что-то другое. Но бежать с фонариком так интересно, скажу. Кто бы там не был. Крупная лень, ясно. Мы, считаю, уже у капсула. Тоже на виск волка. Я не знаю, не спрашивайте. Я подумал, что раз свизнуло, значит, что он должен быть. О, тут это. Патроны кончились. Ну вот и все. Теперь олень будет представлять опасность. Ой, не олень. Медведь. Так. Вот и капсула наша. В принципе, мы все сделали. Красота, да? Вот так даже присесть. Кто там был? Кто крадется? Ну ладно, будем сваливать. Так, не понял. Ага. Фу, я уж испугался. Okay. That's it. You did it. Icarus is a wild place, but it ain't got nothing on you.
The ACS are paranoid, but when you tick their boxes, good things happen. I'd say you're on the right track. Окей. Но вы же слышали звук, что кто-то прилетел? Ладно, возвращаемся на станцию. Да. Бока. Ну и 250 монеток получили. И 3 ачивки. Угу. Ну что же. 250 монеток, надо теперь посмотреть, на что их тратить. Так, выбираем персонажа. Мастерская. Так, нам надо идти к луку. А чтобы идти к луку, нам нужно идти туда. Ну вот, следующий костюм сразу же. Хлобысь. Эх, 2 ячейки зато для модулей. А здесь исходящая угроза скрытности. А мы с этим бегаем сейчас, да? Физическое сопротивление больше. Но нам все равно сюда надо уйти. И вот сюда. Ну, что поделать. Берем. Вот так. А почему у нас одна экзотика? 5 этих. Ну-ну. Не наш вариант. В принципе, давайте посмотрим, что мы можем дальше делать. Ой, как приятно видеть такие галочки. У нас только вот это осталось еще. Найдите, отремонтируйте потерянный челнок. Но это быстрая миссия. Всего лишь один день. То есть там особо не развернешься. И скорее всего лучше, если у тебя есть орбитальные все вещи. Вот. С другой стороны, у нас здесь открыто. А экзотика, вот она. Экзоматерия. Это водопад экспедиции. Большой куш добыча. Угу. Так, сломанная стрела возвращения. Ага, найдите и верните потерянное оборудование для терраформирования. Ну, тоже вариант. Как бы да, вот это было бы неплохо. И вот это было бы неплохо нам до сюда дойти. Но оба варианта это какое-то сложное создание запасов за 6 часов. А что им нужно? Достичь зон загрузки, установить систему обработки, загрузить запрошенные ресурсы в модуле. 3 места. За 6 часов. Угу. Интересно, интересно. Но это будем решать тогда, в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, ну и подписывайтесь.